Ваша история очень редкая. Я бы даже сказал, исключительная. Как далеко можно попасть в прошлое? Я видел убийство. Очередное в парке. Вторая жертва возле его дома. Бороздин был там в момент обоих убийств. Нашли ваши отпечатки. Вы можете это как-то объяснить? Могу показать. Это отрезок пространства времени, который я определенным образом искривлял. Серега следака склеил. Колея формируется там, где есть как минимум три смерти. Почему вы весь мокрый? Вчера был дождь. Два убийства на тебе! Можно сколько угодно бежать, чтобы исправить ошибки прошлого. Но некоторые вещи невозможно ни отменить, ни исправить.